Всем доброе утро. Иду с тренировки. Очень круто, очень на самом деле классно. Прям каждое утро такой заряд энергии, заряд сил после каждой тренировки. Хочется работать. Пока еще не перешел на персональные тренировки. Болели мы с семьей очень много. То есть сейчас пока сам восстановлюсь потихонечку, а потом уже перейду на персональные тренировки. В общем, с этим тренером, который говорил, который я показывал видео, тренировка у него стоит 60 злотых, один тренинг часовой. То есть нужно платить наперед примерно за 4 либо за 5 недель. То есть, ну вот нужно считать, что 4 на 3 это 12 тренировок, это 600, и там 2 720 злотых. То есть вот так вот на чуть больше, ну на месяц, в общем. Так что, в принципе, неплохо, надо будет позаниматься с тренером, потому что у меня через месяц 10 километров бежать буду. Посмотрю вообще по состоянию, либо 5 буду бежать, либо 10. Ну, в общем, вот так. Заехали покушать. Тут таких, как мы, много. Такое блюдо. Вот так. Подкрепились. Ну, можно идти дальше. Да, соком нельзя. Вон. У нас там угостили шоколадкой. Презентация. Да. У меня оранж вкус. Вкус мандарина. А девочки себе взяли просто черный шоколад. Покажи, что еще купили. С мишками. Очень вкусно. Меня тоже. Я вас преследую. Вкусно? Да. Ты черный взяла? Да. А я с помаранчем. Вот так вот. Можно заехать в магазин, покушать. Часто проходят презентации. То колбаску раздают, то сладенько раздают. В общем, можно не ходить отсюда. Есть и есть и есть. Все, ребятушки, у меня уже батарейка села. Девочки еще пошли колготки себе выбирать. А у меня уже все, я уже сел, у меня батарейка кончилась. Правда, устал, дорога тяжелая, пробки. Фух. Такой сегодня у нас выходной, завтра понедельник, рабочий день. Много придется чего сделать, много работы, очень много работы. Но уже меньше, чем было. Постараюсь теперь регулярно писать видео, хотя бы по 2 в неделю выпускать. 1-2 точно в неделю выпускать. Рассказывать, что было, что как все прошло, что делаем. Вот так вот. Сижу, кстати, напротив магазина такого прикольного. Хороший такой красивый интерьер. Сейчас поедем домой. Кушать готовить, поотдыхаем. Почитаем. У меня еще занятия вечером сегодня будут. Ну, собственно, занятия будут. У меня самообразование. У меня регулярно читаю. Либо какой-то курс смотрю, либо тренинг смотрю. Что новенькое появилось. Это в плане маркетинга, рекламы. Просматриваю, изучаю. Чтобы быть всегда на волне, чтобы знать все.
нужно развиваться, нужно читать, смотреть. Потому что без этого, ну поверьте, очень тяжело быть на волне, то есть понимать и внедрять что-то у себя в своих магазинах. Потому очень важно развиваться. Книжек очень много. Мне жена подарила на день рождения читалку Kindle вот эту. И очень крутая штука. Я хоть и люблю бумажные книги, но понюхать, то есть бумагу, вот запах бумаги, запах типографии, это вообще очень круто. Но в Kindle помещается в 100 раз больше. То есть у меня сейчас в Kindle, там, по-моему, где-то около 200 книг, и места еще там очень много. И я стараюсь хотя бы, ну, 2-3 книжки в неделю читать. По разным темам, по психологии, там, по маркетингу, не суть, не важно. То есть по разным темам, по рекламе, маркетингу, психологии, личностному росту. То есть очень много разной литературы я читаю. Кстати, очень такой лайфхак хороший. Я смотрю известных людей, интервью известных людей. Там, допустим, Радислав Гандапас, миллиардеров смотрю, у которых берут интервью. И часто у них в программах спрашивают, какие там 2-3 книги вы там порекомендуете, какие вы там сами читали. И вот они говорят, какие книги, я сразу это нахожу, покупаю и закачиваю себе в читалку. Либо покупаю бумажную версию. Вот, вот и девочки вернулись. Что купили? Колготки купили. Что-то я перепутала. Я ты хотела 4 взять, а ты 3. Ну, короче, по 3 колготок взяла, нормально. На 106. Ну, нормально. Дарья. Где она? Дарья. У нас сегодня очень тепло, больше 20 градусов. При том, что октябрь месяц. А я сейчас вам покажу тот двор, самый первый дом, самый первый двор, когда только мы переехали сюда жить, в Польшу. Очень классно, сейчас приехали здесь, карточку как раз по делам, и карточку ребенку закажу на автобус. Ну и заодно сейчас поснимаю для вас двор. В этом дворе мы жили, когда только приехали. Такой вот детская площадка у нас была. А вот там он в углу, вот там даже был подъезд на 3-м этаже. А мы там жили. Там 2 подъезда, и один из них был наш. Так что вот такой у нас был двор. Очень классно здесь, очень тихонько. Как видите, он такой. Такой вот находится в тихом месте. Кстати, друзья, здесь почти во всех дворах, ну, такие детские площадки. И что самое интересное, вот видите, игрушки лежат, но это мало. Когда мы только приехали, их была полная песочница. То есть никто их не забирает, домой мы также их не забирали. Мы выходили с всякими игрушками для песочницы. Дети игрались, мы все оставляли. Плюс мы машинки оставляли. То есть, в общем, здесь почти в каждом дворе никто ничего не забирает. Можно спокойно выходить играться. Так что... Обходи, Анечка, обходи. А жили, кстати, мы вот там, у нас окна были. Вот, а вот здесь была, есть пиццерия. Есть пиццерия Рапториус. Очень вкусная пицца, даже видите. Машины стоят. Но, к сожалению, мы как жили тогда, вот здесь дорогу никак не доделают, так ее пока не доделали. Но, скорее всего, потому что там впереди еще идут строительства новых домов, потому ее не спешат делать. Вообще классно. У нас там лес. Вот там.
И когда я первый раз приехал, вообще видел там диких кабанов с маленькими такими поросятками ходила кабаниха дикая с поросятками. Блин, очень так эффектно было приехать и сразу видеть вот диких кабанов. Ну вообще здорово, кстати, здесь было. Хорошие воспоминания такие. Ну сейчас тоже не хуже. Сейчас в доме, дом больше, чем квартира. Так что со временем все стало намного интересней. С маленькой квартиры переехали в большую квартиру, потом еще в большую переехали. И сейчас все-таки переехали уже в свой дом. Вот так, вот такой лес. Кстати, когда мы еще здесь жили, вот этот дом только строился. Сейчас уже такой стал большой. Расстроился, почти все квартиры проданы. Хотя и не удивительно, здесь ипотека очень выгодная. Процент очень маленький на ипотеку. И люди берут по 2, по 3 квартиры, потом сдают. Покупают мебель какую-то из Икеи, не очень такую дорогую, лишь бы ну, нормальная была. И все, и сдают потом квартиры и зарабатывают на этом. Ну, район очень шикарный. У меня жена несколько год, наверное, скучала по этому району. Говорила, наверное, мы искали вот здесь, в этом районе. Кстати, вторая квартира, в которой мы жили, тут буквально недалеко. Через переезд там туда, ну, не знаю, на машине может минут 10 ехать. Кто-то объездными какими-то сейчас путями. А так очень близко. Мы искали в этом районе, потому что садики здесь были. Мы и в школу здесь хотели ходить. Но так получилось, что мы сейчас ходим в другую школу, живем в другом районе. Ну ничего, скучаем. Но вот иногда удается приехать, воспоминания свои потеребить. На самом деле очень классно. Так что, ребята, всем рекомендую, если есть возможность у вас переехать, если вы хотите переехать, то обязательно переезжайте, живите. Не слушайте никого, что здесь плохо, здесь хорошо. Ну, здесь отлично. То есть, если у вас есть своя голова, то всегда работу найдете. Если руки есть, всегда сможете работать, жить, зарабатывать. На самом деле здесь очень классно.